Полтора миллиона рублей на молодежные проекты готов потратить город. Направления разные, от развития волонтерства до таких, которые могут кардинально изменить культурную среду города. Конкурс проектов пройдет в рамках ежегодной муниципальной программы «Молодежь Северодвинска». В первую очередь ждут заявок от ребят, которые обучались на молодежных всероссийских и областных форумах. Селигер, команда 29, Таврида. Ежегодно на конкурс проектов представляют 50-60 заявок, выбирают около 30-40. Все зависит от качества разработок. В рамках подготовительных мероприятий заявочной кампании у нас будут проходить консультации, у нас будут проходить обучающие занятия в молодежном центре. Серия таких занятий уже проходила у нас весной. Ребята могли получить навыки социального проектирования на форуме молодежных активов, также в рамках обучающих программ на базе молодежного центра. Одно из приоритетных направлений представленных проектов – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Проекты, которые не пройдут конкурс, но покажутся интересными, будут сопровождать специалисты. Заявки принимаются у нас до 8 октября. Сам конкурс пройдет в октябре, и итоги у нас уже к концу октября будут известны. Это дает возможность дальше ребятам принять участие в областном конкурсе, имея результаты нашего муниципального конкурса, потому что по условиям областных конкурсов, да, они должны иметь софинансирование. Заявки на участие в конкурсе проектов принимают в отделе по работе с молодежью на Бойчука-2. Подробная информация на сайте «Молодежь Северодвинска».